Для профилактики и выявления туберкулеза на ранних стадиях в Темиртау проводится специализированный месячник. В числе главных мероприятий – массовое обследование горожан, которых призывают пройти флюорографию. Для этого в городе работает специальный автомобиль. Сегодня процедуру прошли студенты и сотрудники Темиртауского политехнического колледжа. Молодежь, по словам врачей, относится к группе риска. В прошлом году в городе было выявлено 2 случая туберкулеза среди несовершеннолетних. Одной из причин медики считают то, что родители не дают ставить детям манто, что исключает возможность выявления туберкулеза на ранней стадии. Для ранней диагностики детям ставится реакция манту. Отказываться от нее не нужно. Многие родители заблуждаются и считают, что это прививка. Пишут отказы. Это обыкновенная аллергическая проба, которая позволяет нам сказать о том, есть ли туберкулезные палочки в организме вашего ребенка. И если их много, то есть реакция положительная, или у ребенка вираж, то назначить своевременно химиопрофилактическое лечение и тем самым предупредить развитие заболевания.